Первоуральский совет ветеранов погружен во тьму. В офисе крупнейшей общественной организации города, объединяющей более 48 тысяч человек, нет ни освещения, ни телефонной связи. Свет отключили 31 июля. После нескольких предупреждений. Все это было из-за задолженности по оплате. Телефон отключили 27 июня. Тоже за неуплату. Долг Совета ветеранов перед энергетиками и связистами около 40 тысяч рублей. Несмотря на отсутствие связи и электричества, общественники продолжают вести приемы и консультации первоуральцев. Утром и вечером работают при свечах, днем помогает солнечный свет. В таком же режиме сегодня работает и местное отделение Красного Креста, располагающееся с Советом ветеранов в одном помещении. Отмечу, что помещение, где находятся организации, в муниципальной собственности. За развитием ситуации мы будем следить.